Один, могу поинтересоваться, если вы будете пересаживаться на самолеты Су-35 с линейным вектором тяги, возможно ли то, что мы увидим от вас групповой пилотаж с его использованием, там, например, синхронное выполнение чакры Фролова или что-нибудь в этом роде? Возможно, но давайте сначала пересядем на эти самолеты, а потом уже будем говорить. Насколько я понимаю, пересаживаться уже будет молодое поколение. Не, ну Су-35, думаю, нам еще повезет. Повезет, да? Да. Ну, теоретически возможно все. Здравствуйте, я очень интересный фотограф, и у меня такой вопрос. Так как вы очень известная пилотажная группа, у вас есть много плакатов и другой продукт с вашей символикой, хотели ли мы расширить, скажем, ассортимент? То есть вы не ищете себе работу? Нет, я не ищу себе работу, я хочу попросить, вот, да, вы можете... Естественно, это очень хорошее предложение, мы бы с удовольствием эти кадры посмотрели. У нас есть russianize.ru сайт, то туда пишите, присылайте свои фотографии. Наши друзья, которые это дело поддерживают, они с удовольствием разместят их.